Будь то на полу стой, нет. Товарищ майор, разрешите? Что такое? Что значит чего? Макар, вообще-то рабочий день уже час как идет. Я думаю, чай, мы да. Дерби вчерашний обсудим. Чего ты хочешь? Ну, а что? О, гад, бухал вчера. Ну, так немного. Без меня? С кем? Один. Че ты врешь-то? Стакана-то два. Стакана два, бухал один. А. В два горла в зеркало. Кукушку я потому что поехал. Все. Зайду потом, поделюсь симптомами. Лучше бы вискарем поделился. Тихушник. Слышь, у тебя есть, а мне? А где мой лифчик? Хороший вопрос. Что за проходной двор? О, Соломатин. Не открывай! Сейчас! Виталий Леонидович? Да? Здорово. Доброе утро. Ты что, ночевал, что ли, на работе? Да, ну да. Что, вчера это задержание потом было. О-о-о. Жвачку дать? Нет, лучше выходной. Ага, сейчас разбежался, чтобы ты мне отдел в ирландский паб превратил. Знаешь, слушай, Макаров, я еще пришел. Лера вчера себя очень хорошо показала. Да, она прекрасно показала себя очень. Я знаю, ты с ней не очень. Ну, собственно, ты со всеми не кот, Леопольд, но ее ты как-то по-особенному ненавидишь. Не-не-не-не-не, я ее к ней хорошо отношусь, хорошо. Да? Да. Ну, одним словом, увольнять эту, как ты говоришь, киберутку я не буду, понял? Когда я такое говорю? Я такого не... Я слов таких не знаю, я не говорил такого. Короче, тебе нужно узнать ее как-то, ну, поближе, что ли, я не знаю. Ну, ну пообщайся ты с ней, я не знаю, в неформальной обстановке. Фу, ну и перегород тебя. Да. Договорились? Да-да. Все, давай. Да. Офигеть! Не, ну, садить электрический стул, закидать камнями, голову отрубить, это было. Но чтобы уволить, это так не опускалось, слово офицер. Я тоже фантазировала на тему вашей смерти. Но в итоге, видите, как мы с вами подружились. Хорошего дня. 95? 96, 97. Извините, стремная ситуация. Выдыхай. Дракон тоже опаздывает. Мы просто с Денисом маму в аэропорт провожали. Подождите, а что, Макарова реально еще не было? Да не было, не было. А вы время-то видели? Может, что случилось? Может, позвонить ему? Зачем? Тишина, покой, мир. Дьявола нет в отделении рай. Покажи видос. Привет, девчонки, доброе утро. Доброе. Так, давайте быстро, потому что времени очень мало. Так, Олесь. Так, это твой капучинка, и ты отправляешься в архив вместе с Катюшей, чтобы тебе не было скучно. Катюша и ее горячий американо. Санечка, где ты? Ага, вот ты. Ты сегодня дежурный опер, и вместе тебе поможет сержант Латте. Анюта, это твой эспрессо, бегом в допрос, и там тебя давно потерпевший дожидается. Все, давайте, малышки, работаем. Часы бьют, забыл. А мне показалось, или он на нас не наорал? Ага, еще и с кофе угадал. Это странно. А что странно? Просто Павел Сергеевич понял, что мы такие же опера, как и он. Или в кофе плюнул. Угу. Или так. Ну, придумай ты мне какой-нибудь инфоповод. Ну, я прошу тебя, а? Ну, ты же журналист, а? Вы же любите там все это из пальца высасывать. Ну, высоси ты мне какую-нибудь статью еще, а? Хорошо. Ну, вот. Но! Что? Тогда вы мне подробности дела о хищениях депутата вашего района. Какого? Смородька, который... Тихо, ну, тихо. А с меня три материала про ваш РУВД. Да и все со знаком плюс. Договорились? Ну, не могу, понимаешь? Не могу я тебе то, это дело отдать. Ну, тогда извините, Виталий Леонидович, я лучше Медведкова. Там от пенсионного фонда Майбах угнали. Конечно, Майбах. Это же интереснее. Писаки.
Так, такси вы поймали с руки. Номера машин не запомнили. И как мы, по-вашему, должны искать эту сумку? С помощью магического шара? На ноуте был новый фильм с моим участием. А, даже так? Вы актер? Ну да. А в каких фильмах, если не секрет? Я просто как... У меня немного специфическая сфера в кино. Угу. Фильмы для взрослых. А в нашей стране это вообще законно? У нас нет, я снимаю за границей, там это разрешено. Девушка, пожалуйста, помогите мне найти ноутбук. У меня контракт. Если фильм выложат все до официальной премьеры, со мной знаете, что сделаю? Давайте без каламбуров, а? Верба, вербушка моя, вербуленька. А куда делся вчерашний алканат Рыбкин? Он все подписал, и я его отпустила. Тебе приезжает подруга детства, не классный руководитель. Что такое один день? Нет, два дня. Да вообще можешь не отдавать. 3000 до копейки. Тьфу, мне для друга ничего не жалко. А, спасибо. Один день лицо помять, другой разгладить. Не за что. Ты же не дашь ему далеко уехать, правда? Рыбка-то моя. На. Эдуард Семенович, здравствуйте. Здравствуйте, я так вас рад видеть. Очень хорошо выглядите. Роман Данилович, как просили. Ага, давай. Только я так и не понял, вам зачем? Ты заметил, какой Макаров сегодня добрый был? Ну, конечно, еще бы такое не заметить. Он мне вместо традиционных утренних пистонов банку пива подарил. Значит, у него сегодня был секс. Когда Ольга-то уехала, он же целибат держал, а тут... Видимо, расчехлился. Ну, это же очевидно. И все указывает на то, что секс у него был сегодня ночью в стенах нашего РУВД. Товарищ майор, а вы не охренели? При чем здесь Туркина? А, ну так она у тебя карьеристка. Ну, а вдруг? У нее алиби. Она вчера дома была. Ага. Круг подозреваемых сужается. Паш, слушай, у тебя есть в отделении какие-нибудь, ну, дела интересные? Ну, только такие, что прям как это, в сериале «Тру детектив», а? Ну? Да, вот форточник с обгоревшей задницей в окне застрял, пойдет? Дурак, что ли? Слушай, а это, в Туркино там с кем? Да что-то лицо какое-то знакомое, где-то видел его? В кино, наверное, видели, Туркино сказал, актер какой-то. Актер? Ну. А что, это интересно. Актер — это как раз то, что мне сейчас нужно. Спасибо. Давай. Да. Актер — это... В кино сходится. Тук-тук-тук. Ну, надо же, а. Какие люди. А я вас сразу узнал. Правда? Да, да. Я видел все ваши работы. И хотел бы выразить благодарность за ваше творчество. Да. Соломатин Виталий Леонидович, начальник отделения. Тина Туркина, доложите, что произошло. Так ноутбук в такси оставили и вообще никаких зацепок. О! В общем, глухарь, товарищ полковник. Не волнуйтесь, товарищ актер, не волнуйтесь. Все найдем, каждую машину осмотрим, вплоть до президентского кортежа. Так, ну что стоишь? Давай, быстро беги к Лере. Железо — это по ее части, она разберется. Ну, есть. Давай. Вот так. А? Какие, да? Здравия желаю. О, Попов, я смотрю, ты у нас тоже счастливая. Ну, давай, рассказывай. Че глазки-то так блестят? Да не. Я же все знаю. Блин, как? Роман Данилович, только это никому. Это первый-последний раз, обещаю. Попова, ну как тебя угораздило-то? Жизненная философия такая. Если предлагают, не отказывайся. Офигеть. Только вы этому Макарову не говорите, ладно? Ну, в смысле? Подожди, Попова, ты сейчас о чем? Винишка была, ну я и буквально один стаканчик. Подождите, а вы о чем? Так, все, давай, у меня вторая линия. А ты ночью точно крепко спал? Ну, не могла Туркин куда-нибудь на 2 часа улизнуть, а потом... Ладно, все, все, спокойно, спокойно. Я просто так же спросил. Так... Псих. Эй. На. Все? Да, передумал. Свободно.
Лер, в общем, задача стоит невыполнимая. Тут только название модели ноутбука и наклейка на крышке. Прям невыполнимая? Ну, пока нет. Угу. Вот, нашла. В смысле нашла? Я, конечно, понимаю, что сейчас уровень цифровой зависимости, он зашкаливает. Да ладно, полчаса назад таксист сумку привез, как потеряшку. Я ее сразу закинули на вскрытие. На, держи. Да, спасибо большое. Извините, не могли бы позвать Синицкую Катерину? О, зачем тебе Синицкая, добрый молодец? Доставка для нее, дозвониться не могу, а не пускаю. Понятно, не пускает. Ты же обычный курьер. Вот станешь наркокурьером, я сразу забуду. Не дай мир тебе, братан, да? Давай, мам, передам. Ты что за... Велосипед, что ли, себе купил? О, Катенька! Переходим с тобой на новый уровень взаимоотношений. Держи, я посылочки теперь тебе нашу. Павел Сергеевич, а можно вас? Че? Это что? Не знаю, тебе, наверное, Гудвин эти мозги прислал. Ориентировочку проверите. Да, угар. Ну все, здорово, привет, да, идем. Павел Сергеевич, это же прям как у Карди Би. Правда, у него вместо кулона бриллиант размером с мою бошку. Блин, помогите застегнуть, пожалуйста. Давай, давай. Слушай, интересно, конечно. Посмотри на них, а. А ты кого-то подкармливать собрался? Я? Да. Ну, это, у нас вроде не так много симпатяшек в отделе. Кому и уборщица Моника Белуччи? Ну-ка, давай колись. Ну, или... С Синицкой? Толь, опоздал. Проиграли твои шикарные усы харизме Макарова. Кувыркались они вчера ночью на все отделение. Вот такие дела. Ты-ты-ты-ты! Чего ж его выбрасывать-то? Добро пропадает. Я все знаю. Ну и что? Поздравляю. Тащи зачетку, поставлю тебя автоматом. Вы, ты с ней здесь ночью. А нет, ну спасибо, что следишь за моей жизнью. Буду биографию сдавать, я позову. Вся стать в туалет собираюсь, фиксировать будешь? Она мне нравится. Зачем она тебе, а? У нас вот только вот, вот наклевываться все стало, а? И тут ты. Ну не мешайте, ё-моё, отдай! Толя, ты ничего не попутал, а? Чё такое отдай? Подари, продай. Губёшку свою закатай и под свои усы очаровательные спрячь. Отдай. Всё, готово. Давай. А-а-а, ну вот, прибежала, да, с начальником-то. Почпокаться-то, а? По любви хоть или так, банально, за звездочки, а? Ты дебил? Толя, ты дебил. Вчера на Рыбино в алкомаркете преступник уснул на месте преступления. Позавчера на площади лошадь упала в фонтан. Какая лошадь, а? Ну какая? Ну слушай, ну туфта это все, понимаешь? Ну не цепляет. Да. Виталий Леонидович, можно? Не можно, Туркина, а нужно. И желательно с ноутбуком. А... Потому что я уже беситься начинаю. Вот это... Ну, молодец, поздравляю. О, премию выпишу. Поняла? Да. Иди. Когда-нибудь. Так. Куренков. Да я знаю, Куренков. Ты слышал что-нибудь когда-нибудь слово, это конфиденциальность? А. Угу. Алло. Ну что, есть у меня для тебя история? У одного очень известного актера. Украли ноутбук с новым фильмом. А мои орлы в течение 3 часов его нашли. Что за актер, как фамилия? Я фамилию не помню. Ну, очень, очень известный, да. Там уровня не ниже Хабенского, это точно. Ладно, через час заскочу. Ha ha ha!
ты больной, что ли? Я Синицкая. Ну, это вообще отлично. У тебя что с головой? Давай холодненьким блеснуть. Ну, подожди. Паша, а кто тогда? Никто, не, никто. Ну, Верба никто. Точно нет. Потому что мамаша с детьми никогда в твоем случае не были. Попова? Да нет, тоже нет. Она больше партнер, чем секс. Да. Что, Туркина, что ли? Угу. Вот это вот. Да. Ты с ума сошел, Паша? Лучше сразу брось. Не дай бог, Куленков узнает. Он же бешеный. Он, арбалет у него сейчас. Видел, какой да, он? Это еще смешнее, чем... Павел Сергеевич, извините. Да-да. Я вам на столе оставила видео по ограблению. Изучите, как освободить. Да, хорошо, Валерия Николаевна. Сейчас я закончу разговор и обязательно изучу. Спасибо за проделанную работу. Не за что, товарищ майор. Хорошего дня. И вам. Офигеть. Чё? Макарушка. Валерия Николаевна, спасибо за проделанную работу. Хорошего дня. Да я поверить не могу. Так правильно говорят, что от ненависти до секса всего 200 грамм. Ника. Чё? Ну чё, она тебе флешку уже отформатировала? Фу, как пошлятина какая. Потом, что ты решил? Я и она, перестань. Эти... Макар, да ты покраснел! Кто покраснел? Товарищи! Что делаешь? Так, смотрим в кадр. Ага. Так, теперь переходим к столу. А включите свой фильм Виталию Леонидовичу, я сниму, как вы его смотрите. Фильм? Ну, конечно. Ну, давайте, давайте, побыстрее, а то времени мало. Снимем кусочек и переходим к интервью. Вас что-то смущает? Нет, все в порядке, просто странно это все. Ну, согласен, странно. Что? Надо еще пару человек для массовости пригласить. Ты что, вообще, что ли, охренел, мужик? Это что такое? Так вы же сами просили. Говорили, мой поклонник, руку жали. Да ничего я такого не говорил. Ничего я тебя не жал. Так а вы что ржете? Ну, давайте отсюда, работайте все. Так, и ты давай, иди отсюда, пока тебя в обезьяннике не закрыл. Тоже мне лысый лысый черт. Аж давление подскочило, а. Вы просто перевозбудились. Да? Слушай, откуда я знал, что он с порнухи? Ну откуда? Ну, узнали или нет, неизвестно. Вот редактор от меня завтра статью ждет. Какую? От чего умер полковник Соломатин? Так, ты даже не думай, понял? Ты даже не думай думать. Не дам тебе это дело депутата Сморочка. Не, я сказал... На! Подавись! Ты только имей в виду, если моя фамилия хоть где-нибудь всплывет, вот клянусь, первый раз в жизни приступлю закон и подброшу тебе наркоту. Понял? Есть. Все. Так, ты что, с ума сошел? Не вздумай фотографировать. Здесь сиди, смотри. Понял? У тебя полчаса. Телефон. Ну. Смотри, Фокс. Смотри. Ба-бам. Классно. Туда положи. Туда, да? Лера, слушай, там вчера вроде все нормально было. Может, мы это... Да супер все было. Сняли напряжение, секс для здоровья. Спасибо тебе большое. Спасибо, конечно, за большое. Пожалуйста. Обращайся. Ага. Да не парься, все норм. Ну да. Так, Макар, ну чё, я, конечно, не Пинкертон, но... Чё? Как чё? Давай, колись. Ну как у вас там всё? Ну, с Валерией Николаевной. Намази. Ты чё, Данил, ещё сериалы, что ли, пересмотрел? Это был секс так, на один раз. Всё, сняли стресс, разбежались, без здоровья.
Ты там что сильно фантазировал? А-а-а. Жизнь. Ясно. Ну, а она что, как отреагировала? Чего она отреагировала? Как? О, вот же они. Господи, целый день сегодня искал. Нормально. Ну, в смысле, конечно, немножко расстроилась. Девка молодая. А ладно, сколько у нее будет таких козлов, как я, верно? Ни одного. Это точно. Ром, иди, правда, не работай там. Вот, вот. Завтра. Говорим. А, чего? Ничего.